Всем привет. Как уже, наверное, знаете, я Кром. И это очень старые записи, записи годичной давности, прошлого Игра Мира. Сейчас вот сижу, перебираю их, вспоминаю эту толпу, вспоминаю этих людей, которые каждое утро стабильно шли из метро в Крокус Экспо. Когда еще едешь в метро и уже понимаешь, что половина вагона сейчас выйдет и пойдет в очереди, пойдет в Игра Мир. Что многие из этой толпы имеют бейджики, VIP или там просто даже пресса, у многих камеры, многие, бывало, даже встречались в метро в костюмах уже в косплее. Это реально клево было. Это было клево, это было весело, потому что там собрались самые-самые разные люди разного возраста, парни, девушки, бабушки, дедушки, абсолютно все. И всех объединяло одно, их объединял Игромир. Игромир 2014, это было реально круто. Быть этой в толпе, ощущать себя частью этой толпы, ощущать то, что ты причастен к чему-то такому большому, крупному, интересному, чему-то, что готовили тысячи людей для того, чтобы эту выставку посетили сотни тысяч других людей. Это было клево, и в этом году все будет еще, я думаю, более клевым. Да, я снова еду на Игромир, если вы еще не знаете, я уже готов. Так что этой осенью снова будет Москва, и снова вы сможете меня там увидеть. Да. Интересно, со скольки стоят те, кто возле ворот сейчас? Вот это самый интересный вопрос. Мальчики и девочки, которые здесь стоят, скольки вы пришли? Расскажите, пожалуйста. То есть, вот, чтобы здесь с 6 нужно подходить? Мы с 6. А вот это из-за Миши Коллинза или из-за Игромира? Миши Коллинза. То есть здесь фанаты только Миши Коллинза, Игромира никого нет? Я, ну вот фанаты Игромира, но это уже попозже пришли. А, даже фанаты Миши Коллинза по рельсам встают. Спасибо всем. Конечно, такая толпа собралась не столько для Игромира, сколько посмотреть на Мишу Коллинза, но в этом году тоже будут люди, на которых могут прийти посмотреть. Кстати, Миша Коллинз — это вот этот дядька в пиджачке синеньком, который сейчас очень активно лезет на ворота, машет всем рукой, ловит привет и ловит крики фанатов и фанаток. Понял, что это Миша Коллинз, я только буквально вчера, когда начал монтировать это видео, было таким даже неожиданным открытием для меня, когда я присмотрелся к мужичку и понял, что так вот почему его так аккуратно снимает охрана. Такие бывают открытия. И поэтому так активно люди бегут на выставку, бегут к Мише Коллинзу, бегут к Игромиру. Но у меня уже все готово, билеты куплены, оператор у меня будет в этом году Саша, где жить у меня есть, аккредитация есть, настроение у меня отличнейшее. Я думаю, Игромир будет очень классным. Жду вас.